Штраф в размере 30 МРП за незаконную выдачу земель сельхозназначения ждет чиновников и должностных лиц. Это немного больше 100 тысяч тенге. В пакете поправок в Кодекс об административных правонарушениях прописано, штрафовать будут за предоставление земель юридическим лицам Казахстана с иностранным участием, международным организациям, хандасам, а также гражданам, состоящим в браке с иностранцами. Раньше эта норма распространялась только в отношении иностранцев и лиц без граждан. Следить намерены и за целевым назначением земель. Пастбищные угодья использовались для сенокошения или пашни, не предупредив Минсельхоз. Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель.